Влияет ли психология на то, сколько мы можем заработать и то, кем мы можем стать? Ну, это уже совсем другой первый вопрос. Влияет ли? Влияет, безусловно. Есть люди, которые, допустим, технически очень и очень подкованы. Вот я занимаюсь вопросами, ну, как хобби для меня, это как шахматная комбинация. Поэтому, ну, просто я технический аналитик. Я вижу, что происходит, да. Но у меня, как человека, который анализирует, может произойти сбой где-нибудь, верно? А, мысли у меня какие-то будут не там. Я могу элементарно сделать ошибку. Поэтому надо совместить. Мы же не компьютеры, мы же не роботы, верно? То есть здесь огромное преимущество компьютеров, роботов по сравнению с человеком, который ошибки не могут допустить. Только в программе может быть ошибка, опять же, тем же человеком, да? Но у них эмоций нет, очень дело. А человек эмоционально вовлечен в это. Вот ему кажется, ему хочется получить, как ты говоришь, быстрее и сразу, да, все, ему хочется получить. Но условия его не позволяют, понимаешь? Я хочу поднять там 200 килограмм веса, а мои условия не позволяют поднять его, да? Надо до этого дойти, потренироваться местно, верно? Я хочу полететь, но я же не могу полететь, верно? Поэтому здесь надо, так сказать, совмещать наши возможности и способности. Ну и, соответственно, в этом плане тоже. Ведь, опять же, если говорить уже об этом, удивительно, да, но надо на этом, нельзя концентрироваться. Я то же самое, точно такой же человек. Но я когда перестал концентрироваться на том, что я хочу что-то получить, а ведь люди хотят получить, верно? Они хотят заработать, верно? Хотят они заработать. Да хотеть-то не надо, мы опять к тому же идем. Надо хотеть отдавать. А когда мы отдаем, мы получаем. А человек не хочет отдавать, он хочет получать. Ну, это же правда. Кто сегодня хочет отдавать? Все говорят, а сколько это стоит? Да. Тебя не должно волновать, сколько это стоит. Тебя должно волновать, что ты хочешь отдать, чтобы получить это. Отдать. А он концентрируется наоборот. Сколько я хочу получить? Я хочу получить. Это очень тонкий психологический момент. И, в принципе, ну, скажем, как психолог, я мог бы этому научить, но это надо работать с каждым человеком, заниматься тем же НЛП, тем же гипнозом, может быть. Вот. Я просто не хотел бы этим заниматься, поскольку это отвлеклось от того, чем я вообще, в принципе, занимаюсь. Вот. Каждый должен быть на своем месте. Вот. Но помочь, да, помочь, ну, помочь, если обращается, я помогу.